Виталий, приветствую тебя. Очередная неделя, наша с тобой первая встреча. По традиции, по старинке, техника фундамента. Разбираем, что на рынках интересного, что можно использовать для торговли, какие конкретно торговые решения можно реализовать в трейдинге. Две позиции, друзья. Опять же, два способа анализа рынков. Все это фильтруйте через вашу систему и, соответственно, уже более взвешенное такое оправданное торговое решение на выходе должно получаться. Не нужно, безусловно, все воспринимать как прописную истину. Мы тоже лишь предполагаем, опять же, но стараемся максимально адаптировать точки зрения под фундамент и технику. Эта неделя, ну что, Джексон Холл, долгожданный. Уж не хочется, конечно же, переоценить в итоге это событие, потому что много можно говорить о нем, в итоге ждать, там, что что-то изменится, что ли прояснится. А в конечном счете все пройдет как бы без сучка, без задоринки, и особой динамики мы не увидим. Но я хочу, чтобы в этот раз все-таки рынок был логичен. И раз уж мы настраивались на такое важное фундаментальное событие, чтобы отклик для рынков тоже был хорошим. Потому что чем круче, жарче на них будет в плане волатильности, тем, соответственно, интереснее будет для нас, для трейдеров и спекулянтов, для аналитиков, вот как мы с Виталием, соответственно, все это комментировать, объяснять и прогнозировать. Ну что, по последним данным, я думаю, что встречу в Джексон-Холле прямо откроет Пауэлл, но, судя по всему, если ничего не изменится, он будет выступать на второй день, это уже в пятницу. И прямо под закрытие недели в 17:00 по московскому времени. То есть через неделю мы с Виталием снова соберемся в понедельник и уже подведем итоги того, как рынок в итоге отреагирует. Давай к демонстрации экрана. Начнем с индекса доллара. В целом, по американской валюте 93.37 – это тот уровень, который мы видим в моменте. Прошлая рекомендация, которую я давал по индексу долларов, была закрыта по стоп-лоссу. К сожалению, все-таки трейдеры решили доллар по-прежнему покупать. Может быть, опять же, это отражение явного изменения такого позиционного подхода. Может быть, покупают на ожиданиях, тоже как тактика и стратегия рынка. Но в итоге все прояснится уже после Джексон-Холла, потому что я думаю, что в каком-то формате мы получим сигнал от регулятора того, что будет с программой количественного смягчения дальше. То есть это будет своего рода репетиция перед сентябрьским заседанием Федрезерва. И если регулятор точно уже решил, что какие-то шаги в сторону ужесточения денежно-кредитной политики будут предприниматься, то, конечно же, ФРС предупредит нас заранее. И вот выступление Пауэлла – это идеальная возможность сделать это, чтобы потом не провоцировать какую-то паническую реакцию, если решение будет неожиданным. В целом, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что на фоне тех данных, которые мы получили за последние две недели, у регулятора все-таки больше шансов, точнее, не больше причин не торопиться с решением, которое предполагает отказ от прежних стимулов. Это розничные продажи, мичиганский индекс. Я, по-моему, уже рассказывал также, что этот месяц по отчету Non-Farm Payrolls может быть не таким хорошим, потому что на этот месяц в плане сбора статистики пришелся вот пик по вспышке нового штамма ковида в США и распространению инфекции. Поэтому эти риски игнорировать. Но мне тоже очень интересно будет послушать, что скажет в итоге Пауэлл. Ранее он отмечал, что понижательные риски сохраняются, и, в принципе, трудно еще прогнозировать, как американская экономика будет справляться с последствиями очередного распространения ковида в экономике. По статистике, я думаю, что тем, кому интересно, уже следят за стат-данными сайта исследовательского центра Джона Хопкинса. Статистика указывает на то, что количество заболевших в США, в том числе, как и во многих регионах, сейчас продолжает расти. Новых сделок конкретно сегодня по индексу доллара, наверное, не будет. Я думаю, что лучше подождать торговой сессии среды, уже конкретно, если там будет пояснить ситуацию, действовать там. Ну а лучше уже ждать развязки в Джексон-Холле и принимать конкретно новые торговые решения уже на следующей неделе.
Так, из других активов по золоту я рекомендовал длинные позиции, соответственно, покупка с целями там, 1800 долларов за тройскую унцию и выше. Эта сделка остается в силе. Опять же, сейчас рекомендую присмотреться тем, кто не открывал ранее позиции, к тому факту, что золото в дрейфе, в таком в коридоре, может быть, это отражает безыденье с рынка до того, как мы не закроем симпозиум в Джексон-Холле. Но тот, кто хочет рискнуть и готов, опять же, сейчас работать, например, с рыночными настроениями, которые, опять же, судя по клиентам компании Markets, большинство трейдеров сейчас ставят на снижение, собственно, золота. Я думаю, что золото как раз может получить поддержку и оказаться выше, то есть идти выше 1800 долларов за тройскую унцию. Так, по рынку нефти, в прошлый раз я обозначил как бы тенденцию того, что рынок может, Brent, оказаться даже ниже там, 65 долларов за баррель. Сделок конкретных не было, но в целом мы видим то, что действительно нефть поджимают, и WTI тоже валится из опасений, связанных с спросом. Сегодня предлагаю сделку по бренду sell stop с уровня 65.90 с целями 63 и stop loss 66.90. И еще, кстати, новозеландец был в прошлый раз, ну, сделка sell limit с уровня 0.6980, до этого уровня не достали, хотя новозеландцы очень сильно продали. Опять же, последние новости, то, что локдаун четвертого уровня продлен до субботы. То есть это все, конечно же, печально для новозеландской экономики. Я думаю, что теперь им снова придется ждать значительного улучшения экономической ситуации, необходимого для ужесточения денежно-кредитной политики. И, на мой взгляд, перспектива роста процентных ставок уже убирается либо на декабрь, либо до начала следующего года. Ну, можно оставить в силе прошлую отложку, подтягивать ее не нужно. И пару слов про американский фондовый рынок. Вот даже на 4-часовом таймфрейме видно, как периодически коррекция случается, но ее очень быстро выкупают. Это говорит о силе того тренда, который есть, бычьего тренда. И я по-прежнему склонен полагать, что 4500 мы увидим в рамках этой недели по факту ожидания симпозиума в Джексон-Холле. Виталий, слово тебе. А какие, в общем, ожидания на Джексон Холл в аналитиков на сегодня? Какой консенсус? Ты знаешь, какой-то четкой позиции нету, но большинство считают, что все-таки какие-то сигналы могут быть в сторону ужесточения политики. Ну и, соответственно, если эти ожидания оправдаются, рост доллара может продолжиться с еще большей силой. Так, здравствуйте, коллеги. Давайте пройдемся по прошлой неделе. Те идеи, которые я давал, это на рост доллара. Напомню, понедельник, среда я советовал это шортить австралийский доллар. То есть, как видим, с уровня там 0,7320 очень хорошо прошел вниз. Практически там более 1,5 фигуры где-то приблизительно, да, то есть неплохо отпадало несколько дней. Также была покупочка канадского доллара, тоже очень красиво с уровня 1,25 с копейками давал рекомендацию, тоже сделали те среднесрочные цели, которые назывались, это в районе там 1,28, возможно, выше. И плюс была в среду покупка доллар-франк с уровня 1, точнее 0,91, там 25-35, вот здесь мы торговались. В принципе, неплохо подросли, там полфигуры, да. Я с ребятами тоже покупал данный инструмент. Часть зафиксировали, возможно, кто покупал в среду также данный инструмент, возможно, часть зафиксировать, посидеть без убытки и ожидать, возможно, выше. Плюс на сегодня, что бы я хотел сказать, на рынке сейчас нахожусь по основным парам вне рынка, так как жду какое-то накопление, как уже сказал. Но есть, возможно, какие-то рискованные моменты. Это покупка индекса доллара дальше. Напомню, практически последние 3 месяца
То есть июнь, июль, август я покупаю индекс доллара. Он сделал те цели, которые там ожидал среднесрочные, то есть это практически 93.40. Мы их на прошлой неделе наконец-то обновили. Вижу и дальше выше. С текущих возможно купить, это кто не покупал ранее, да, это 93.40 текущая цена со стоп-лоссом на уровне 93, да. Обязательно стоп-лосс ставить, потому что я хоть и ожидаю пару выше, ну, данный инструмент, но, возможно, какие-то коррекции, да. То есть, конечно, хотелось бы из текущих купить и посоветовать дальше докупиться, но так как присутствует дивергенция на дневном графике, возможны всякие сюрпризы, и можем получить, скажем, и более глубокую коррекцию, там, вплоть до уровня 92 и, возможно, ниже. Поэтому ставим стоп-лоссы, то есть покупаем с текущих и ждем выше. Я думаю, что будем дальше обновлять уровень там 93.75, это пятничный хай, возможно, и выше уйдем. А там уже будем по факту смотреть, что там ближе к среде. Я так понял, там Джексон Холл будет новости четверг-пятница, правильно? И окончательно это в пятницу Павел будет выступать. Кто работает там с другими парами, возможно, так скажем, или через евро-доллар работать, кто не торгует индекс доллара, то есть аналогично заходить в шорт, но здесь тоже нет сильного накопления, то есть у нас вот падение, есть дивергенция здесь. Мы, кстати, с подписчиками закрытого канала вот чертили евро-доллар на прошлой неделе, я об этом говорил, и мы вышли прямо на минимумах, то есть сигналом об выходе с шорта сигнализировала дивергенция, то есть на часовиках, здесь очень красиво видно, то есть, что здесь наблюдается коррекция. Эта коррекция может все нарисовать, может и поглубже, может и, скажем, так как есть и на дневках, может и даже какой-то разворот нарисовать. Поэтому нужно быть готовым, обязательно ставить стоп-лоссы, поэтому покупаем индекс доллара. Кто не торгует индекс доллара, альтернатива, возможно, скажем, зайти в шорт по евро-доллару, то есть это текущая цена 1.1710, со стоп-лоссом примерно в районе там 1.1760 примерно, то есть за вот эту шпильку желательно стоп-лосс. Ну, скажем, это рискованные сделки, нужно понимать, так как уже мы находимся на лоу тренда, и чем дальше движение вниз, оно более сложное, без каких-то вот коррекций, потому что вот видно, вот каждый какой-то лоу, он давал неплохую коррекцию там на фигуру полторы. Вот одна коррекция, вторая, третья, да, четвертая, и, возможно, здесь затянется. Но пока я за шорт, плюс здесь, возможно, разные моменты нарисовать под лонг, скажем, и технические, скажем, как ложный пробой ключевого уровня 17, да, мы его ставили в марте на текущего года, подтвердили в текущем месяце. Один раз подтверждение, второй раз сложный, скажем, может затянуться. Поэтому риск небольшой, стоп-лосс обязательно, и уже по факту будем дальше смотреть. Я пока с ребятами нахожусь в покупке доллара-франков, без убытки часть, и будем наблюдать. Вот как-то так. Это что касается валютных пар. По поводу золота, здесь достаточно сильный уровень сопротивления, это 1790 там, с копейками. Вот тоже такое ощущение, как и ты сказал, что, возможно, до Джексон Холла мы будем в каком-то боковичке накапливать, и уже крупные игроки будут смотреть, скажем, за новостями, уже принимать какие-то решения. Но предварительно, возможно, если мы протестируем уровень 1792 каким-то ложным пробоем, да, вот, скажем, как-то вот так, и уйдем вниз, то, возможно, говорить о каком-то снижении дальше вниз. Золото очень волатильное, поэтому здесь пока лимитки я не ставлю, возможно, ближе к среде.
Будем что-то говорить по золоту. Дальше. Ну, фондовый рынок. Какие-то, я пробовал шортить на прошлой неделе с учениками. И там NASDAQ. Мы, в принципе, неплохо падали по данному активу. Там 3 дня практически почти мы снижались. Ну, дальше откупили. Я вышел по безубытку. И ожидаю новостей. Только понедельник и ближе к четвергу, пятница, я уже буду принимать какие-то решения, буду искать точки входа на шорт, возможно, ориентируясь на сильное снижение, возможно, что-то скажут, так как рынок перекуплен, плюс индекс страха, я уже приводил по индексу волатильности информацию на сайте, то есть в пятницу показывал ссылочку по поводу, скажем, аномальных моментов по данному индексу, плюс вот если просто технически взглянуть, мы находимся на таком пике, да, минимумах, и я ожидаю отсюда выстрела. Здесь даже видно такой треугольничек. Думаю, что выстрел с него должен быть наверх. Возможно, как, еще раз будем тестировать вот минимумы там в районе, там, получается у нас уровень там 16.50. Но с этого момента, я думаю, что ну, должны хорошо прострелить, ну, как минимум, район там 30-36, вот к этому уровню. Поэтому ждем хороших точек входа. Я думаю, что рынок еще проболтается на этой S&P 500. Если сегодня, вот, если вот так смотреть, вот это был как импульс, откупили, и если сегодня будем там понедельник, вторник, среда позадавливать вниз, то буду искать там точки входа на шорт дальше. А так пока сейчас шортить с текущих сложно. То же самое аналогично по другим индексам. Но есть интересные моменты и ожидания на то, что что-то скажут. И я думаю, что осень будет горячей на рынках. И хотелось бы каких-то коррекций там по 10-15% по индексам. Но пока, как подытожим, точных точек входа я не вижу, то есть нужно, чтобы что-то графически нарисовали. Есть уже моментум по индексу волатильности, плюс, возможно, вот этот Джексон Холл будет катализатором к снижению. Виталий, спасибо тебе за точку зрения. Ну, ждем среду. Конечно же, в среду встреча будет утром. Хотя первый день, если мне не изменяет память, там в 3:00 по московскому времени, в 3 ночи. У них начнется уже этот форум. Ну, может быть, что-то уже к нашей встрече будет интересно. Ну, а, конечно же, все самое крутое – это на пятницу. И через неделю мы с Виталием обязательно все это проговорим и разберем для вас, друзья. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Виталий, тебе большое спасибо еще раз. И хорошей тебе тоже недели. Пока. Да, пока, удачи.